Да, ведь человеку 34 года, и зовут его Денис. Вы сказали, координаты знаете. Где? Где? Минус 108, 15.32. Минус 100, минус 36. То есть это мне надо вниз, что ли? Не понимаю то, что, сука, координаты, которые мне дают, это бред. Челы нафэкали. Ну, 100% фэк. Нету тут ничего. Да. Где-то, сука, опа, верхолазное явление. В этой серии мы увидим, как старая женщина сходнет от очередного скелета, далее упадет в лаву, после пойдет собирать все заново, в итоге опять выйдет, и в следующей серии будет все то же самое, а это записано. Да нет, дружочек, концепция теряется. В любом случае, портал должен быть в замке. Должны быть замковые кирпичи. Нужно искать в замке. Я понял. Сейчас найдешь. Сейчас. Сейчас, да. Сейчас попрет у меня все. В смысле? Я только что Яшу слышал. Уже не слышу. Ой! Это что было? Сука, Яша как будто здесь и как будто нет его здесь. Слышите Яшку? Да это хуйта! Да иди ты нахуй, ты крыса! Да сколько можно мозги фантазировать, ты ебанько! Не понимаю, это тот же самый Яша, которого я убил. Школьники, сука, опять наебали. Нету там ничего по тем координатам. О, слышите, да? Предвестник портала. Мистер Препер играет в Майнкрафт. Мистер Препер играет в Майнкрафт. Мистер Препер. Я практически нашел портал. О, поломал, падла. Все, поломал систему. Все, выходи. Опа. По-моему, другой Яша. По-моему, я уже прям возле портала. Боже, это опять тот же Яша. Твою мать, блядь! Яша, который здесь, этот вообще Яша, не мой Яша. Мне этот Яша, вот мне не нужен этот Яша. А, Джулия Черчилль. 7, минус 41, минус 1,4, гнида ты тупоголовая. Тебе еще было 100 блоков прокопать животное безмозглое, и нахуй ты в другую сторону пошел. Как же заебало смотреть на этого тупой облого колхозника. С минус 70, 72-41 твоя мать кто? Минус 72 твоя мама приветствует меня здесь, в интернете. Я понял, сосать. А, минус 72, минус 41, а, привет. Увидел нарезку утрича с твоей якобы прической. Ты в курсе, что если твои волосы выжать над сковородкой, то можно пожарить картошку, а потом сразу помыть эту сковородку твоими волосами. Да? Помой голову. Да. Угу. Ага, привет всем, кстати. Хорошо, я иду на портал. Вот теперь я иду по координатам, тот, который мне сейчас написали, еще в донате. Иду, беру координаты ваши. Пожалуйста. Эй, ты никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед, и все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС-2 и фарми зимнюю операцию. Ага, есть контакт. А как его активировать? Прыгнуть надо в центр. Пацаки, а как? Так, там же Яша. Реально прыгнуть надо?
Сейчас я прыгну в портал. И дай бог вы наебали меня. Че, прыгать или похуй? Че, в огонь прыгать, типа к дракону или че? Не, мне кажется, что-то надо активировать, походу. Так нечестно. Портал нашел с помощью координат. Да, сейчас. Слабость. Мартышка честно. Без нашла. Ча еще тупить будет с драконом. Минус стока. Ну, можно точечки Резюмендера открыть? Минус стока. Да. Теперь глаза опять надо делать. А сколько? Со стержнями и всем остальным. В каждую пустую дырку, чтобы... Портал, у тебя глаз только стоит, ты фартовый а-а-а-а-а. А, один глаз только, должно быть, типа, ну, просто на то засунуть недостающие глаза, да, получается, один глаз только. 11 глаз надо засунуть, получается, да, и тогда откроется портал к дракону, дракон будет уничтожен, плюс попущен. Я сейчас буду идти на верхолазку. Прямо отсюда верхолазную делать тело. Все, чел вышел на верхолазку. Это я пометку сейчас сделаю, понял? Чтоб не осуществить потерятельные действия по поводу верхолазки. Я шел в Нижневартовске. Уважаемый Глад Валакас. Есть такое. Пожалуйста, сосредоточьтесь и не тупите. А да. Ты на протяжении нескольких стримов есть вам контакт. Хочется прописать в пиздак. Я понял. Чтоб мозг на место есть встал. Есть контакт. Как у тебя дела? Ты тупой или женский свиный? Ай, ты тёлка. Мама, у меня папа тёлка. Рот закрой. Давай так. Ты признаешь, что ты самый игрок в компьютер на планете за все времена, а мы тебе разрешаем вытащить из творческого только глазики для портала. Нет. Что, девчонки, потанцуем ламбаду любви? Ну что же, начинаем. Пам-парам-п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 ам. Ты на новую фотку пены, а мы тебе разрешаем нет! творческий режим. Нет. А боже, в такой игре включать божеский режим. Это просто жест. Ты шо, Деп, опукнул? Спасибо. Заткнись. Можно я посуду помою, что иди или помогай. Кто у тебя на голове? Этот код можно просканировать. Скидка будет. Включи креатив. Я все равно скину тебе 100к. Нихуя ты не скинешь мне. Это даже фэк, это не он донатит. Это кто? Ля, Кэт? Осуждаю. Сделка века. Короче, выкладываешь на ютуб, как ты моешь посуду. За это мы разрешим тебе взять из креатива все, что нужно для битвы с драконом. А Боба? Могу. Я жду извинений за то, что ты убил кота Твикса. А все. Этот придурок не знает, как ориентироваться в координатах. 34-го года да? человеку. И после этого он еще заявляет, что высшее образование не нужно. Как он до сих пор живет, это удивляюсь. Ты не знаешь. Ну вот координаты моего дома, чел. Ну и где верхолазка? Где мой дом, дядя? Нет, ты прикол поймал или что? Я его не вижу. Палка такая старчачая что должна быть. Что ты ищешь, чел? Ты же бомж. У тебя нет дома. Есть. Забей. Есть. Вот где он? Я очень рад, что ты разобрался, что 70 это высота, но что перед 300 стоит минус, ты не разобрался. Это пиздец, и пожалуйста не забудь про 3-. А, вон он мой дом! Пасеки я нашел, верхолазка! Так, ладно. Ну чё, блин, мне надо теперь глаза Эндера, где мне их брать? Стержни есть у меня глаза остались, нужны только глаза, у меня порошок стержни есть. Да, сука. Опа, не птица полетела. Сука, ты глянь, чучело, что делает. Ну, правильно я пончик или неправильно? Ну-ка. Да! Ты скажи мне, ты долбаеб. Да. Какие глаза, дебиляра? Да. Опять школьникам поверял ням-ням-ням-ням. Водой портал активируется. Ты что, дебил? Мне нужно золото. Давайте хотя бы золото возьму из творческого режима, чтобы обменять со свиньями на глазки. Нет, действительно, это же правда будет жест. А? Не слышал. Так, ладно, пошел попробуем. Может, 11 штук как раз вы меня на 6 глазов. Ага. 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 Ага.
есть контакт. Да, сука. На. Дед, опять ты поверил школьникам про глаза? Портал в ад активируется водой. Жалко, как почему? Портал в ад. Мы же сейчас друзья. Же ты будешь искать глаза 3 часа и потом расстроишься, дедушка. Эндеров, наверное, пойду убивать, так будет быстрее, блин. Дядя без эндерменов, чувак. Когда на улице наступает ночь, выходят волки на охоту. Волки ждут свою добычу. Где эндеры? И где эта ночь, когда уже потемнеет, а? Сейчас дождемся, ничего страшного. Дождемся, убьем, возьмем, заберем и просто победим. Правильно, правильно. Эндера, в аду посмотри. Да иди ты нахуй. Смотрим. Минус 284, 17. Минус 557. Так это тут рядом, прямо за меня. Чел, вот, ты мне что дал-то? Что за координаты? Я эту игру прошел на коробке из-под пиццы. Я рю. Это финал или полуфинал? Финал! 557, да. Чел. 557, Женс. 557, 284. О, Денис, а мы в эфире? Да где ты на? Все правильно, рядом с домом. Я тебе написал вот дословно цитирую, то есть рядом с домом. Там один портал ват и блок золота. Под землей на 17 высоте. Главное, смотри, 17 высота. А, 17, да. Ну я ж это получается на Верхоласке нахожусь, чел. Контент во. Контент во. Надеюсь, там не один блок будет. Ля. А что такое проклятие утраты? А, во, смотря. Тут один золотой блок всего лишь, да, бро? Всего лишь один золотой блок, бро. Показывает такую интересную штучку. Так, видно? Сейчас. Опа. Опа, так, так, нормально. Опа. Итак, к вашему вниманию. Вот такой вот фонарик. Фонарик Майнкрафт. Чел себе купил фонарик Майнкрафт. Вот. Вот такой вот. Чел купил себе фонарик Майнкрафт. Чё? Чё такое? Чел купил себе фонарик Майнкрафт. Шо? Не просвечивается. Не просвечивается. Штаны маслари, футболка маслари, носки там какие-то женские подкрадывают, на голове вообще полная маслари. Да? Ведь ты так и не понял, что голову мыть надо, Мдао, а ведь человеку 34-го года и зовут его Деннис. Да. Ты правильно понимаю, ты сейчас собираешься бегать по координатам, чтобы налутать 9 слитков золота и со шансом в 2% получить глаза у свиней. Не легче в том же аду нафармить яндеров. М? Я честно не знаю, легче это будет или нет, но я знаю точно, что сейчас там, пока я дойду то место, где они там спавнятся, эти эндеры. И это то же самое, блин, займет у меня нормальное количество времени, блин. Ага. Понял, лол. Не знаю я, блин. Почему ты не ставишь лодку, сын матери? У тебя мать жива? Зачем ты ведешься, как будто нет? Угу. Сейчас, секундочку. Сейчас, ребята, секундочку, прям 5 секунд. А, да, да, это самое, да, болгарку, да. АКМ, да, диск 120, да. А да, да. Да, Серега, ага, да. Да нет, ну да. А, ну да. Сейчас, да, Серега, сейчас я вынесу болгарку, да. Все, давай. Да нахуй надо, сама помыть. Две чашки, чё, помыть что-то. Я занят, играю.
подумаешь, две миски, блядь. Мне что-то прийти помыть, что ли? Сейчас, блядь. Даже обезьяна может пройти Майнкрафт. Но зато ни одна обезьяна не сможет помыть посуду. Вот вам и доказательство того, что Дис умнее обезьяны. Пятеро сосать. Факт. Да. Так, ребята, действительно. Надо было шапочку, ну, надеть на золотую шапочку. Я хочу золотую шапку сейчас, мне ж нравится. Алло, пацан улетел ко мне домой? На, ты сюда припиздил. Да, сука. Эй, ты куда? А, он все уже обиделся. Тихо. Блять, опа, напский рот, мама, я енот. Давай, блять. Опа. Прекрати гореть, малыш. Ну все, хватит, погорели, хватит же. Сосать. Я сказал. Ой, блядь. Мама, блядь. Ты в рот, Яша пожирает человека. Боже, блядь, да как? Боже, что делать? Да что делать, пацаки? А, во-во-во. Это, блядь, да ладно? Да ты чё? Чел, блядь, просто горит, боже. Это жест. Так это как раз я тут стержни хитачил. Но я тут вроде не все залутал. Да? Да, вот смотри, мои городушки. Смотри. Да, эту чела врубил. Да, вон мой портал. Вот они, пацаны. Привет, пацаны, выходим на раз. Опа! О, там какой-то плазматический слой, чух. Пойду туда. Ай, блядь, сука, ты шо, блядь, да ты шо, да ты шо, да ты шо, да ты шо. Ты шо, прикол? Да ты шо, да ты шо, да ты шо. Сюда. Это шо, люнд? А, да, нормально. Лапки не подгорают. Енотные цапки. Да? Видишь, как я близко к Яше нахожусь? И мне похуй. Я переборол страх. Блядь! Ты чё? Это чё, блядь? Да иди ты нахуй, сука, с этим макаратом! Иди нахуй, я не хочу, я отбиваю жрать! Ты новичок. Это новичок играется. Металл у чела есть вообще? Должен быть, да, металл? Вот так вот, 4. Пожилая чепуха. В Майнкрафт играть это тебе не посуду мыть. А, да? Тут базовый интеллект нужен. Да, иди. А то что, сука, я упал? Типа я вина. Ага. Пошел ты на сын мамы. Мамик стат, привет. Тише. Спасибо, привет. Больше, что не стал проходить Майнкамп и подождал меня месяц. Странно, что написано, что это финал, а не начало. Написано на заборе, что твоя мать меня знает не понаслышке. Да, это правда, действительно, она была у меня в гостях. Я что сделал с ней? Мы с ней любили друг друга, родной. Или это любовь, это страсть? Иди ты нахуй! Нижний пошел. А вон лес, да? Ой, привет, я не выйду. Тихо, малыш, не надо драться с мужчиной мощным. Да, вон у меня там крафт. Вот это, да, правильно я понимаю, лес этот чел. Ой. Я же драться буду, сука, ты понимаешь? Чё, не он, что ли? 20, 73, 155. А, не, не он, блин.
Итак, подытожу. За сегодня Гладика ТВ отлучался помыть посуду. Это первое. Второе. Гладика ТВ поплавал в лаве. Третье. Да! Ему насрали в уши сиси и пищевыми алерц. Да, да, это точно. Боже, он доебался. Я прибегу. Раз, ты будешь воевать со мной, но не здесь. Опа, упал. Поможет ли знаменитая новоточка коточка? Я не могу его убить, баба, блядь! Я не хочу мой крат! Берегите себя и своих матерей. Я хочу ничего, я... Помойся, и может, чуть ли нахуй я плотну. Сука! Чатик хай. Дисси разбушевался. Ахахахаха. Дисси разбушевался. Ахахахаха. Дисси разбушевался. Ахахахаха. Сука, пи***а, стричь, уебак, сын мутанта, мутаген, ебаный, мутированное создание, сыном, мамаши тупорылой, и папки, долбоба, иди нахуй с интернетом и не фиксируй нихуя здесь. Мразь, конченое, уродское создание. Ничего, что я вне потока легко прохожу мой экран. Я как запускаю поток, так вы начинаете меня отвлекать, и меня убивает Яша. Ничего. Мне просто ингредиенты нужны, глаза Эмбера, все. 11 глаз беру сейчас, просто из творческого режима. И просто иду убивать дракона, все. И конец игры, чувак, все. Ладно. Все, если я поел. Если это финал, то я Евгений Плющенко. Если ты думаешь, что божеский режим тебе поможет, то ты лысая женщина, и больше добавит мне нечего. Да. Попуск. Позор, нежность. Я должен терпеть кибератаку, либо просто поставить творческий режим, пройти и потом потерпеть немножко и успокоитесь, или как? Девка, иди сюда. Стоит тварь, сейчас будет скукситься. Иди сюда, гнида. Давай, подходи в воду, я тебя прям утоплю здесь. Давай, женщина, чё ты? Давай, секля. Убью сейчас, опа. Ты что ты, блядь? Всем привет, я долб. Зиана прошла. Да, вот прошла, я пройду. Вот это волосатое чудо выглядит лучше, ты играет лучше, ты пахнет лучше, ты может тебе притвориться, что ты тоже обезьяна и пойти к ним. Чтобы тебя научили, хотя тебе притворяться не надо. Дед, если посмотреть, как обезьяна проходила моя анкам, то она бы даже не поняла такой ешак. Обезьяна. Фэк. Обезьяна, да? Твоя мама, она случайно не бабуин? Не ничего, расстраивайся, да. Ведь ты так и не прошел ни одну игру за столько лет. Да я прошел столько игр, что тебе даже не может, приснилось бы, дурак. Сваришь груду металла лучше в гараже, чтобы проще приемки было проще забрать ее на переплавку. Тю-тю. Я понял намек, то есть. Привет, чтобы дед. Я, ну, я понял. Я отходил в туалет. Хорошо. Ты еще не начинал играть. Давай ты справишься.